Смотрите, там кому ачивка надо на ребре с шипами, присоедините. Так, ну походу никому не надо, что там рыбу ставили, сейчас поставлю. Смотрите, бафы чего не хватает, пишите. Маги, дайте столик. Кушайте рыбу. Стоит уже столик. У меня уже достаточно таких предметов. Как я вовремя пришел вообще? Да что-то думал, собираюсь, вообще никого не было. Так, ну тут ачивка не команда, короче, просто убиваем. Чек на ФК на пул. Пишите в РК, кто на квеспе кролит, куда ЭП получает. Там слава Лутера поставь на себя. Так, Виталик уровень, народ наоборот. Это там говорит. Копар, может ты лут пораздаешь? А у тебя кулаки не вкачаны. Давай лучше я раздаю. Давай, похуй чё. А ты кресты. Ну, давай, перебафай. Так, сейчас кулаки туда вам перебафать, будем начинать. Волю сразу себя забираю сейчас. Так, давайте чекнем. А, можно написать на что ролл, да? Да, там врага напишите, кто на какой спек ролит. Все, я готов. Все на пулы на БДК. Четвертая пати. Что, поехали? Да, все готовы, заходите за линию, начинаем, ДК начинаем. Тут просто убийство делаем, ачивка никому не надо, если что. Только в лужах не стойте. На вихре танки разбегайтесь, дамажьте все ребро, там только шипы сливайте, когда он появится. Да если ребро на вас бежит, вы от него отбегаете. Туш, выходите. Давайте под жопу становитесь, под лужами бегайте. Идите все под жопу, вас захилят, только перед мордой не вставайте. Там шипы сзади, можете переключиться. Кто на осколке плюс, извините. Войск, спекайся, в хила сразу. Есть там кого-то ДЦ присты? Было бы хорошо. Еще какой-то холи приз там хапал. А, зри СПД, спекайся в хила. Вроде сапоги быстрее коммуна. На успех. Давай спекайся в танк, а будешь третьим танком. Зря вы две кучи сагрили, можете там войско дать. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над ними.
Мелики, там не подходите. Ничто не может сломить его, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Нагрите пауков, там два сразу, нагрите, забьем сразу. Может, держи. Чё, оказывается, стрела хаоса у Лока прерывает каст, что ли? Понятно. Я не знаю просто. Так, давайте по тактике, надо 5 мобов. Скелет, юбка, кособокий и два обычных неперерожденных. Значит, тактика. С правой стороны танчит протовар. С левой стороны БДК танчит. Паладин на боссе будет танчить. Правый трэш всегда сливаем. Моба сзади лестницы не трогаем. Мобов слева не трогаем. Будут метки. Метки будут такие. Звездочка, печенька, ромбик, трусы, череп и крестик. Череп и крестик, если они будут, сливаем сразу. Теперь по мобам. Если там появится могущественный последователь или как-то так, милики, сразу его будете переключаться. И милики РТД без команды будете его бить. Так, друиды, маги. Будете диспарить проклятие, будет проклятие. В хпал частицу на БДК повесишь, его будет хорошо пробивать. Так, Тирент. Достаешь гнев деревьев. Чей корни, короче, достаешь. Выйдет кособокий, ты его корни кинешь сразу. И, ну, ДК где-то с центра его сюда отведешь. Кинешь корни, будешь на нем корни держать все время. Ну и так получается, три моба перерождаются. Выходит новый трэш, мы его не трогаем и зергаем леди. Если будет еще один кособокий перерождаться, присты, он будет черепком. Этот черепок вы сразу заливаете. Переключаетесь, леди на череп. А ДК ты будешь кидать в него оковы по КД и бегать от него. А то он тебя сваншотит. Жрец ПД поставишь тотем от природы. Так, теперь иннеры. Короче, сова, заливай, кто будет просить. 4 гимна у нас. Присты, будем выбирать, короче, там какую-то цель, не знаю какую, выберите, там палец кастанули, взрыв разума, чтобы обновление было на боссе, босса будем стопать ДПС. Сейчас ману отопью, чек на пул пока. СС не надо никому? Можешь на БДК повесить СС. Так, сейчас ману отопью еще чуть-чуть. Ого, мне 4 ачивки осталось. Так, не, не нахпало на БДК. Это я кинулся. Слева стоит орехово. Так, ну давайте, все готовы. Начинаем, да, билинты на боссе. На 30% стопаем дотовой дамаг по боссу и бьем чисто физическим, без дот. Давайте, с правой стороны вышел трэш, можете трэш бить.
слева не трогаем и возле мобов не тусуемся, если я не говорю мобов сливать. Когда мобы перерождаются, они могут вас сильно шотнуть. Своих-то контрольте тоже. Так, контрольте своего. Убейте его, поверните с ним. Так, Кособокова отведи к лестнице и друид законтролишь его. Так, этого Кособокова не бить, поставил звездочку. Что, может, стопным полета полезли? Бейте до 10% без дот. Вышел из крыла. Снова корни. Так, давайте, сейчас выйдет трэш. Отошли от мобов, взрываются. Так, могущественно сливайте. С правой стороны трэш сливайте. В центре могущественно тоже сливайте. Фанатики в центре. С правой стороны трэш сливайте. Так, могущественного последователя сливайте, поставил на нему звездочку. Ну, сливайте мелики точечно, могущественно, он отражает косты. Быстро, а то он рейс ваншотит весь. И кто, блядь, Кособокова трогает? Вы, сука, присты, вы чё, тупые? Чё вы доты на нем вешаете, дебилы? Поскикнуть с рейда? Сказал звездочку бить, они, наверное, стали... Не, крестики. А ты сказал звездочку. Еще один крестик сливаем. Давайте с левой стороны сливаем все, кроме Кособокова. Только Кособокова не трогайте. С правой стороны весь трэш сливаем. Слева, кроме Кособокова, во всех. Диспельте проклятие. Собоки вышли. Кособокова законтрольте, друид. Ты только на Кособоком сидишь. Ну, падаем. Бернвалин, ну ладно, давайте играем. Контрольте своих. Кособокова законтроль, друид, сова. У тебя только одна задача. Трэш центральный слейте весь. Центральный трэш слейте, кроме Кособокова. Так, фанатика дальнего не трогаем. Смотрим, кто там переродится сейчас. Так, кто там скелет вышел? Что там бить-то колочет? Этих фанатиков? Так, скелета не бейте, печеньку поставил. С левой стороны сейчас трэш будете весь сливать, но надо еще юбка. Юбка и будем переводить. Клота, дай гимноману. С правой стороны сливайте весь трэш. Так, взрывается моб, смотрим, кто там будет. Так, сейчас будет еще один скелет, его надо будет слить точечно. Поставил крестик, сливайте его. Все, остальное пока не трогаем. Приверженца в центре не сливаем. Ждем, пока будет перерождаться. Смотрим юбку, смотрим. Нам юбка нужна. Могущественно сливаем. Поставил звездочку. Спальте проклятие. Крестик, убейте мили. Кособоки. Кособоку не трогайте. Да ты говоришь звездочку. Звездочка на Кособокова. Так, пошли, в центре взрывается моб, в центре моб взрывается. Контрольте своего. Так, кто там? Юбка, отлично, будем сейчас переводить. Переводим босса, переводим. БДК хилим, переводим босса, дайте рост. Больше трэш не трогаем. Хилы отошли от центра, идем ближе к мелизоне, только БДК хилите. БДК протопало, дайте гимны на ману. Моба, это леди в центре, стой там с леди в центре, не подводи ее, не спускай. Давайте просто хилим, дамажим. Только точно, без масс. Уведи леди на центр, наверх, если на 500 стал. Все, больше не трогаем трэш. Там он не переродится больше. Давайте, тупо зергаем босса. Кособоки. Кособок у вас за контроль, друид. Диспельте, проклятие, помогайте диспелить. Воет, реснешь, хапало. Давайте. Бьем леди, все нормально. Хипала там ресни. Дайте ему инеры.
Все, добиваем леди, там ачивка сейчас будет. Дисп хайпала хильте этого, БДК хильте. Диспельте проклятие. Все, убили. Молодцы. О, блин. Там, сорян, присты, я там, наверное, перепутал звездочку и крестик. Так что мой косяк, не обижайтесь. Короче, все. Теперь самое главное на лече с духами. Спекайтесь, как... брат, там в ДДшниках кто-то спекался. Блин, я думал, 25 хрена. На леча могу там с собой зайти, к примеру. А то там в Африка спекнемся, до леча побьешь или демона. Я и так в Африка. А, ну смотри. Это самое сложное чиво, она просто как прокнет, когда они переродятся. Да, по сути, там нету. О, кстати, Дима опять сдох, так что можно его еще в список добавить. Не знаю, чем тупо от недохила умер. Ну, просто он очень далеко был. Убежал. Да, я знаю, далеко убежал. Как-то я еще и первый по хилу был. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Придется решить СС на Джириана. Да-да. Короче, на кораблях Ачива она проходная так делается. Просто летаем, как обычно, убиваем. ДК летает, протопал у нас. Кому-то с кораблей еще нужно, что ли? Да, может, кому-то надо. Да надо. Так, бой висит, наверное, на дальнем трэше. Идем трэш бить. На нем агро. Чисто бафы все можно. Там пока бежим, можете какие-то бафы дать. На корабле с рой будем потом фулл ребаф делать. Ну, пошлите назад, значит. У меня нет план. Хан, нажмите апку на спектр. Так не надо кидать в этой спектре. Так надо хуй пучи. Пушки там занимайте, кто хочет, грейте их сразу. Не достаю, слишком далеко. Нужно подойти поближе. Давайте запускаем. Не достаю, слишком далеко. Воспряньте, сыны и дочери Ордена.
со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Что-то я никого не вижу. Может, забагало, сейчас увидишь. Вы видите? Ну, мы в пушку с кем-то в раз прыгнули, у меня все пропали. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Совинный десант. Где? Их только двое. Две. Вот, вот. Видал? Прикольно. Тупо с того корабля прилетел. Бейте пока тэш в нашем корабле. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрёшь. Что-то меня спалили, блядь. Летите, маг вышел, бейте. Где ты там, только не умри. Может, после боя разбавляться, у меня так и не появится. А где ты летишь, где-то лишом? Тебя даже не видно, где ты. Все, корабль как летел. Пустые оба корабля, не пушат, ничего нет. Да все, заебись. Спрыгни с него, спрыгни с корабля. У тебя накидка одета? Вот этот ранец. Да, да, да. Ну, прыгни с корабля, он сейчас разбавляется. Давайте последний мах, летите. Все, перелетайте обратно. Давайте разрядитесь. Сразу запускайте. О. Предмет еще не готов. Я пока что не могу это использовать. Нужно подождать. Рулим быстрее, коммуна. Можно на дизенчант. Давайте фулбаф этому. Что там, вроде себе перебаф, она ничего, никто не падал. Лапку только дайте. Тут проходная ачивка, просто убиваем его. Сейчас мамонта не убирайте. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце. Спасибо. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умерла. Ой, будь добр, пожалуйста, еще раз постой. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я... Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно... Все кончилось. Есть еще у кого-то эта хуйня?
Так протанись лунную поляну, там стоит меньше голда. Давайте, 2 секунды бой начинается. Там рост от себя дадите. Сейчас уже ремонт в первой десятке. Снизу, да. Блин, что тебе не одетый ДК. Ну да, полубомжовый, полутанковский, как будет, короче. С волей, но зато с клыком. Играйте по трэшу. О, Настя. Клон Махош Сармас. Угу. Сука, пояс ебаный. Твой роль будет купать. Ваня, у тебя походу голосом стоит активация. А что такое, я молчу? Ну, вот слышно, короче, очень сильно. Короче, как врач, который тебя слушает, там, хуйню эту вешается. Дайте рейд ролл, у кого есть. Когда ходить? По-моему, это не у меня. А, ну, я думал, может, ты. Ты хер знает, как обычно там, ну, на голосе стоит, ну, не громко. Телерис и прист. Ну, танки тут ведите, валькиру. Да, агрите валькиру, сюда ведите. Смотрите на мой топетуча, блять. Просто ноль в трэш. Ноль, нахуй. Это просто, блять, скилл. Да, особенно за сову, да? Да. Зато второй получается. Так звездопад потрешит, тебя ДПС разгоняет. Да, похуй. Я рыл 2 паролла, отдам 2 покрытия. Я спил, да. Такой говорит, смотрите на выдох, это сейчас игру включил, думаю, что там такое, блядь. Ты это уже давай его по фреймам искать. Тогда давайте всех печеньку бейте, потом будем другую бить. Всех печеньку играйте точно. Кстати, переключились? Да, смысла нету. Столько не фернешь. Где спальте ее? Присты там, шаманы, маги. Её отводить надо, а не захилит. Без пальти просто так зальем. Там дот-ходки висят на ней. Ну, теперь трэш можно сливать. Сейчас добейте. Ох ты, сколько их тут. Дайте гимна на хп. Диспельте, дайте гимна на хп и диспельте. Ты
принципе, теперь можете это маслами стевать, если сольем, будет хорошо. Блять, как же лагает. Они там сливаются. Мы сейчас сервер уроним, короче. Сейчас у меня кстати, там станы паладины. Кидайте на них массовое рассеивание, блисты. Там ходки на них висят. Гнев небес еще. Так, ну вроде сливаются, потому что уже не так виснет сильно. Или хер его знает, короче. Ох. Ох. Ну, падли, короче. Ну почти, да. Наверх, короче, не портуй. О, сервер бронили. Ёпта, красавчики. Вас тоже выкинуло? Нет. Да. Нет. Это мы, да? Пешком бегите, они тут стоят. У меня игра зависла. Только наверх не портуйте, стойте внизу возле портала все, а то вас убьют. Ну бомжи, блядь, две вальки агро, как кто-то, блядь. Я даже не умер еще. Сейчас зайду сразу, наверное, умру. Давайте всегда так делаем, блядь. Сервак будем ронять. Всякие пидоры там на эпохалке будут вайпаться, блядь. Лут с лича будет у людей попадать. Стойте там внизу, ждите, пока весь рейд не прибежит. А то сколько забирает? Психопанкс. Я вручную побежу. Или протанемся и сдохнем в лагерь. Победа близка. Не, стойте, тут сейчас забавимся. Будем портоваться. Кушайте, рыбу поставили. Где рыбу поставили? А вот возле портала. Dark Scar, зачем у тебя столько камней на мастерство? Ты же перекапывал. Ну, давайте, подходите там. Войд подбегай где-то там. Да, давайте всю, короче, можно бафы давать. А где вы, я хуй знаю? А ты где? Твой здесь рука? Я вот где эти ледяные ловушки там бегаю. Ту лапу. Что, прилетели? Не, сейчас манучу хилари снем. Так вы смотрите, там сразу не врывайтесь, пусть там ханты напулят, а то сдохнете. Да, маги, кольцо льда, присты, гнев небес будем давать. Давайте, все готовы, короче, подходите к порталу. Давайте, танки, портуйтесь, танки. Давайте, рейд портуемся. Это как в это первый. Пивайте маслами. Когда этого Квайгона убивали, блин. А этот стоял за стеной. Диспельте присты, потому что тут много охоток на трэше. Я завис. Давайте, давайте, отдавайте свои бурсты, не жалейте. Уже валькиру-то хоть убили, нет? Все вальки не убили. Давайте, о, молодцы, убили, короче. Плюс 500 ЕП, ебать. Да, ебать, меня Олег ТДС 3000 дал. Сегодня, ну, позапрошлый раз, сука, я не помню, дал ты хера, вроде дал это. Да не, 3,5 максимум, ты шо? Это 4. Разве? 4, да.
Да, на той неделе это 4 канала. Как анба. В этот раз, короче, 2,5 будет. А на следующей неделе 2, нах. Да нет, следующей недели не будет. Вот там 1500, нах. Потом вообще. Может, в следующем месяце. Ну пиздец, да. Кончился халявная ИП, да? Да не, просто я устал что-то от этих рейдов. Судя вообще еле собрались. Не странно, в льду сегодня десятку вообще за 5 минут собрал. Так вторник, среда, десятка, целка тоже на ачивке буквально там 5 минут и full рейд был. Еще желающие были. Снэвер Белив Гипсис, Лок, Ник Лока, капелька мочи, блять. Пишет мне в ПМ, ивент тоже в планах, блять. Какой ивент? Да я ебу, спросил в ПМ, чё? Дайте станы. А, это, наверное, думает, что типа я на войде сижу, да? Это точняк есть ШВРЛ. Что поменял? Пока забафимся, там можем полабафы раздать. Смотрите, если там кто-то падал, то вроде варов надо забафать. Гильдия своих будет. Какой, в смысле, доспа нет, ссылка, я уж совет уже убрали, там вроде этот чумка сейчас. Да, там сейчас это тухло. Не, да ну его нахер. Кстати, какой-то фигни, который упадет с 1%, со шансом 1%. Да. Я понимаю, если там был какой-то супер теренас, у которого 1500 СПД, а так, нахеру надо. ШМ-2-0 падает. Просто, блядь, прикинь. Одноручная, да. Урон 2000, блядь. Одноручный ШМ, заебись. Два таких на ФДК, да? ФДК, на Фурика, здорово. Роли босса войт. ФДК с такими ШМами будет вообще разносить все и все. Так, сварил собаку, короче, там танки ловите. Нормально все. Нафиг ты забираешь, когда у меня уже 6 атак. Я в атак. Ладно, может там вот. Клинический удар еще просто. Так, собаки нет, на вот без идет. Заберем вот собаки. Берем собаку. Ленточку, если что, паролем. Не-не, анролом. Не, ленточка анролом. Не знаю, по-моему, когда ленточку строил, там своими персонажами у меня некоторыми, по-моему, даже ДПС упал. Ты хоть удаляй. Да и вреды. Идите направо кто-то сбегайте на спринтах, то вам ловушку активируйте. Направо сбегайте. Побежали. Дима, где ты там, Джанси, подходи. Так, тут ачивка надо кому-то, чтобы слизняки не взорвались. Или просто будем убивать. Как она называется? Тяжесть дочи, что ли, как-то? Танцы со стенюками надо кому-то ачивка? Танцы.
Ну, будем делать, короче. Бьем, как обычно, потом будем на ранжу выходить, кто будет. Скажу, кто выйдет. Так, давайте, бафы все тут. Смотрим, чего не хватает. Сейчас ману отопьем. Там рот наоборот, дай им на ману. Какие ники придумал вообще? Как ты свой придумал? Давайте чекну пул. Там жрец ПД поставишь от природы. Давайте все готовы, ДК начинай. Там не надо где-то далеко от гниломорда остановиться. Просто стойте там поближе. Дайте рост. Встаньте под босса РДД, там совы встаньте, чтобы слизняки не бегали. Да, сейчас большой будет, протопал готов все забирать. Все, забирай. Выходи, ну ладно, можешь не выходить. Капелька на ранже. Только к большому не сведите. Там паладин мелкий слизень, тупоёв в ту сторону. Джанси, выходи, Дима. Дима, выходи, вышел. Что ж мне баба, если крылья не жало? Кровь нужна кому-то, присоедините. О, вон давайте объект на мену, только мне идет. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Роль. Что делать, если все ники заняты? Нормальные такие, которые можно было придумать. Роль, не перчатки. Так, Тирент на кота роль видел. Это же вообще пиздец. Так, Тирент и Эльфир, переролите еще раз, киньте ро. Эльфир, еще раз кинь ро. С6 там у тебя все сможешь на меня кинуть? Да. Кровь нужна кому-то плюснуть? Ладно. Я убрал потом умирать. Ну, если диван надо будет давать. Ну, либо смануть уже, пока разрулю. Пока тактика будет. Короче, будет 2-3 споры в обычке. Два раза. А первые два раза споры выносим из рейда. Нафиг. Третий раз споры сбегаемся сами, кому надо. Если на вас есть один или два стака, вы не сбегаетесь к ним. Ну вот, если там на ком-то будет два стака кинется, третья споры, по нему диван дам. Ну, вроде все, давайте чек на пул. Погоди, дай ману-то хоть. Дайте ауру от тьмы, освободите мне. У кого там паладин, она стоит. Альфир, Капар, скажешь, когда будешь готов? Готов. Начинай. Только в рейнж встаньте.
газа. Только будьте осторожны. Ступили бы в центре хилы. Блять, экзорцисты долбоёб что ли, блядь? Отбегаю, всё равно ко мне подбегают. Да ладно, хватит, сейчас они разбегутся. Да, эти споры все с рейда. Все споры с рейда. Милик с рейда. Сашку на более колеть. Смотрим споры, сейчас рейда будем выносить. Давайте все с рейда. Все три споры с рейда. Отойдите там, кто там по спорой стоит. Не подходите к нему. Вот и пошел демонорайзер. Выбеги с рейда спора. В смысле, а что там, две споры можно взять? Ну, если сейчас на них кинется еще одна спора, на них. Но мне ни одной нет. Можно я возьму? Мы сейчас будем третий сбегаться. Тогда получишь. Сейчас кому споры надо, бежим к спорам, споры не отходим. Тут одной споры хватает и миликам, и РДДшникам. Давайте, сбежались, кому споры надо, бегите сами. Если на вас один или два стака есть, вы не сбегаетесь. Давайте протопала хилим, на выдохе сакру дашь, я мастер прожму. Давай сакру. Все выжили, молодцы. Да, короче, по тактике делаешь. Кто-нибудь дохнет. Когда чифу делаешь, все выживают. Да, споры можете уже не выносить, что добьем так. Я пока не могу. Пойдемте к профу. Сейчас я там отойду на минутку. Идите, пока трэш бьем. Кому надо? Шуману надо кому-то? Бачу. Я на ов кинул ролл. Если шаману нужнее, пусть забирает.
Ваня, ты здесь? Да, давайте, я тут. Ой, я тут, короче. Войда нет. А, да, он знает все. Короче, ДК, знаешь, как мы же еле танчим, да? Под зеленый пол, когда зеленый выливается. Да, я помню еще. Короче, когда красный будет выбираться цель, я дам первый боб на него. Если будет второй красный, то второй хапал на него боб даст. Или ретрик, там кто угодно. Когда будет вливаться зеленый, хилы РД, будем стоять в центре. Печеньки. Мирики вам, короче, приведут проф под зеленую колбу. Станете сюда, короче, будете его бить сразу. Ничего не стопаем, просто переводим. Сейчас будет приходит и будем начинать. А в кукле Джанси сидит. Да, и Войт подошел, чек на АФК на пул. Кстати, все готовы. Пей куклу, ДК иди начинай. Ничего не стопаем, дергаем. Зеленого первого не будет, может там вот стоять и танчить. ДК кидай. Лужих только не стойте. Это что, мы полный дом, кстати, сегодня с первого раза сделали? Ага. Бейте, профа, бейте. Переводите милики РД до ТМ зеленого, РД до ТМ зеленого. Короче, после смены цели милики профа ковыряйте РД. Сейчас его так сольем быстро прямо. Потом милики можете переключиться, в него тоже подбежать. Давай, смотрим, сбегаемся сейчас. Давайте, сбежались. Ну, чуть неудачно, ничего страшного. Добивайте. Да добивайте уже. Там лужа сверху. Аккуратно выйдите с правой стороны РД. Лужа сверху. Мерики профа РД красного. Пельмени. Стой, да стой, стой, не беги, не беги. Не беги. Бей красного. А, ты мир. О, кстати, спасибо за бог, я прошлакал. Так, пожалуйста. Да, красавчик. Пельмени центр. Давайте в печеньку сидим, сейчас зеленый выливается. Сразу переключаемся. Давайте зеленого. Давайте милики в РД зону отбежали. РДшники играем. Отбежали все в цель. И добивайте. А, кстати, можете рост дать, забыл сказать. Дайте рост. Давайте, РД красного, Америки профа. Сейчас я там боб по цели. Давайте, РД играйте по красному. Никуда не беги, стой, просто бей. Давайте, все в красного. Америки профа. Давайте, переводим, зирайте. Ну, выйдет зеленый, сольем его, не выйдет. Переводим профа, пельмешки. Давайте, наверное, не будет. Да, добивайте. Что, вышел? Ну, давайте. Сразу в него и милики оттуда играйте, он тут прям стоит. Сейчас за него переключайтесь. Ой, извините. Давайте сразу играйте в зеленого. Сбежали все. Пельмешки, добивайте. Профа можете к выходу уже вести, там как обычно. Да как кидай.
паладин там по 3 стака. Все, можешь забирать, бери на хилим. Трот наоборот, дай им на ману. Что там, если... Хотя не будет, убьем, короче, так. Четвертого жди, там ничего страшного. Все, молодцы. Похоже, у меня ничего не выйдет. Че, Джерину отдавать? Хрен знает, ему с этим силой лучше, который латный. Ну этот пояс вроде на ФДК берут, да? Да ладно, сами там разберешься. Решил не скрывать целебрейным. Я не думаю, что он ФДК собирает. Да у него там вообще какой-то зеленый вроде пояс, бля. Давно там не было. Кому завоеватель это в ролике? Танки тут хилы, тут пошли трэш чистить. На советника играйте, там на пол сделайте небольшой. Отойду на пару минут. Стоишь, Ваня? Угу. Там охотники стаи выключите у кого-то. Хмели сунели. Давай, Войд, зрей мне, Инер, Тирент, демонайзеру. Колбу не трогайте, просто подходите, ждите, пока мы трэш спулим. Танки одну пачку агрите, только чтоб без дальнего трэша. Ну, блин, сказал, чтоб не брали. И на низ веди. Ну, варк был плохой, походу. Через советника так же самое играем, БДК встанет. Аккуратно там точно бейте. Потом бейте, у кого меньше хп, того и заливайте. Давайте так же само агрите. Сейчас патруль ушел, можете агрить следующую кучу. Квота, дай им на ману. Так же само, через советника, а потом у кого меньше хп.
Давайте следующий тест тоже бьем. Сюда, Агрики, сюда его ведите. Копар, подходи. Тут очевидно надо кому-то разуплотнить гели. Ну, походу будем просто убивать. Ну давайте фулбафы. Суманите, пожалуйста. Дайте шкаф, тебя дачи вот отсюда. Нет. Гели. Просто убиваем. На сум. Короче, по тактике. Протопал на одном, ДК на двоих. Валанара на БДК напуливаем.